Всем привет, вы на канале Геймперия. Сегодня мы вам покажем, как делать пиф-паф на пирамидкс. Сначала мы ставим так кубик. Потом вот эти вот четыре части. Четыре вот этих кубика. Поворачиваем вниз. Эту же часть только с правой стороны поворачиваем тоже вниз. Эту же часть слева вверх. И это наверх. Так надо сделать три раза, чтобы полностью собрался кубик. Вот у нас опять собран. Его можно сделать сколько угодно. Можно его будет делать быстро, очень. Вот. Вот у нас собрался. Вот. Вот так вот делается пиф-паф на пирамидксе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и до свидания.